Это и то, на самом деле Несимович, да, это и нужно. И с другой стороны, он не должен чувствовать себя совсем здесь чужим на празднике жизни. Ух ты! Артур Юсупов 4-1. Знаешь, я вот по замаху, по движению ноги, ну тебе на повторе будет, наверное, виднее. Он такое ощущение, что он вешал штрафную. Он навешивал штрафную. И что, Саш, я вспомнил прошлый год, матч Динамо-Терек. И Самедов забил в прошлом году такой гол ворота Гадзюра. Вот практически почти один в один. Тогда динамцы выиграли 3-1. Я тоже комментировал ту игру. И тогда тоже мяч через вратаря так перелетел. И вот сейчас. Ну, прям какие-то несчастливые ворота. Причем в эти же ворота. Несчастливые ворота для Гадзюра. Ну, конечно, он навешивал, Артур Юсупов. Но красоту гола это не отменяет. Замечательно. В дальний верхний угол. Сейчас может рассказывать все, что угодно. Я метил туда так и хотел. Видел, что вратарь вышел чуть-чуть из ворота.